Украинское избирательное законодательство сегодня обсуждали и в комитетах парламента. Как изменить процедуру выборов? Ответ на этот вопрос депутаты от ОПОБЛОКа искали вместе с Пэтом Коксом, главой миссии Европарламента по реформированию Верховной Рады. Оппозиционеры считают неправомерным, что их представителей нет среди кандидатов в ЦИК, а новая избирательная система должна быть пропорциональной с открытыми списками. Пэт Кокс подчеркнул важность позиции ОПОБЛОКа и рекомендовал власти уважать ценности парламентаризма. Мы поддерживаем инициативы по внедрению в наш парламентаризм европейских принципов, европейских подходов. Сегодняшняя Верховная Рада превратилась источником конфликтов. То есть мы уже перессорились со всеми нашими европейскими соседями, чего только стоят конфликты с Венгрией, с Польшей, с Румынией. Верховная Рада только штампует эти социальные эксперименты, которые они ошибочно называют реформами. Я думаю, что эффективная работа парламента может быть только уже с новым созывом, когда этот созыв переизберут.